1914 году, когда он был на международном турнире в Эстонии, он получил прискорбное письмо о кончине своего отца. И для того, чтобы уехать на родину, ему требовалась определенная сумма. Сумму он одолжил у друга Вейланда Шульца, эстонского борца, и взамен оставил свои ордена. Хотя у него было желание вернуть награды, но судьба распорядилась по-своему. Великий борец не смог вернуть их обратно.